В ближайший выходной в Краснодаре состоится общегородской субботник. Ожидается, что на уборку выйдут работники РЭПов, представители общественности, студенты и школьники, работники различных предприятий, представители молодежных объединений, ТОСов. Коммунальщики предоставят на помощь горожанам порядка 500 единиц техники. В субботу во всех городских округах энтузиасты уберут ветки деревьев, опавшую листву и бытовой мусор из лесополос, с кладбищ, с территории рынков, из мест отдыха горожан. На наиболее проблемных территориях в субботнике примут участие 1500 сотрудников мэрии.